Выращивание грибов в домашних условиях и на приусадебных участках в нашем районе еще не стало распространенным явлением. Хотя хочется отметить, что домашнее выращивание грибов позволяет круглый год баловать себя этим вкусным и полезным продуктом, а также может стать отличным источником дохода. Например, вишенки. Это одни из наиболее простых видов грибов в своем роде. Любой, кто решил испытать свои силы в грибоводстве, сможет почувствовать себя мастером, выращивая вишенки. Этот сорт весьма неприхотлив и не требует специального ухода. Еще одним достоинством вида является быстрый темп роста. Уже через 2 недели после посевов можно собирать первый урожай. Вот уже не первый год Андрей Чечерин из поселка Дружба занимается выращиванием этого сорта грибов. У него есть свой участок и теплица площадью в 300 квадратных метров. На днях мы побывали у него в гостях и поинтересовались тем, как все это происходит. Ну, годика 3 я уже как занимаюсь. А как вы пришли к этому? Как вы решили? Почему именно грибы? Ну, сначала интересно было эта тема. Ну и учитывая нашу сельскую местность, нужно было выбрать какой-то такой род деятельности, чтобы и прибыльно было, и в рамках ЛПХ это укладывалось, и прибыль была такая вот. Ну, я думаю, что просто просчитал все. Просчитал, плюс грибоводство — это такая необъезженная особо территория. Интересно было, и так тихо-тихо начал. Понравилось, вот расширять стал бизнес. Есть спрос, будет предложение, конечно. Не жалеете, да? Ну, конечно, а почему? Да, конечно нет, а зачем жалеть? Любое дело, если оно интересно, оно всегда прибыльно, будет удача. Пожелаем нашему герою удачи и осуществления задуманных планов. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабского района. Разведение овец как бизнес – это прибыльная и актуальная идея предпринимательства на сегодня. Она привлекает начинающих предпринимателей быстрой окупаемостью, высокой рентабельностью. Кашхабский район по республике Адыгея занимает первое место по овцеводству. Мы не раз освещали эту тему. Братья Ансалиевы – одни из тех, кто серьезно занимается этим направлением в животноводстве. Основной где-то 2005-2006 год. Особое внимание предприниматель должен уделить подбору поголовья. Сколько у вас всего голов? Больше 450 маток и ягнята, ну, пока мы не считали, вот вместе с ягнятами где-то, ну, голов 900, наверное, будет. Породы какие у вас? Породы у нас были советский меринос, но мы потихоньку поменяли, покупали породы тексель, потом калмыкские породы. Такие. Успешное развитие хозяйства невозможно без планов на будущее. Это сейчас все в норму поставить и все. Хотим все полностью, вот этот сарай полностью сделать вот такие щелевые полы, чтобы влаги не было, чтобы не подсыпали, чтобы они стояли. Как в институте в Краснодаре, вот у них сделано вот так. Хотим вот это сделать. Лес привезли, вот сейчас потихоньку пилим его. Остается только порекомендовать начинающим фермерам не бояться и заниматься этим видом деятельности. «28 мая наша съемочная группа посетила КФХ Аскера Меритукова, которая находится в селе Натырбово. Эта ферма площадью почти 60 гектаров всегда стоит в первых рядах по лучшим показателям. 114 голов дойного стада, молодняк там корм, сейчас молодняка пасется. Порядка 100 овец своих здесь держим». Фермер возлагает большую надежду на участие в грантовой программе. Ну, во-первых, обновить корпуса, эти корпуса можно переделать. Два корпуса переделать хочу. Один скот именно под коров, а другой скот под молодняк. И молочный цех небольшой. Ну, это в зависимости, когда уже плотную будем делать. Или по розливу молока, или сыр будем делать. А
О трудолюбивой семье Пономаревых из села Натырбово в нашем районе знают не понаслышке. Это неудивительно, ведь супруги Алексей и Анастасия вот уже четвертый год занимаются овощеводством. Выращивают экологически чистые помидоры. В одну теплицу влазит 4 тысячи. 4 теплицы, 16 тысяч. И дома у меня 4 тысячи корней, 20 тысяч в общем. Сорта какие? Сорта, значит, Парадайз, он самый вкусные, самые сладкие. И пробные. Львович, Петрович, Сударь. Вот такие сорта у нас. Работаем с семьей. Ну, еще две девочки работают. За теплицами в открытом грунте посадил пробную клубнику. Но она будет только на следующий год. Будем пробовать работать с ней. Думаю, расширяться. Ну, дай бог, может в этом году, может на следующем. Как урожай покажет. На данный момент выращивание КРС является довольно перспективным занятием, особенно для тех людей, которые живут в селах. Но все же, чтобы создать ферму, необходимо правильно подобрать породу животных, учитывая климатические условия, а также организовать им соответствующий уход и питание. Эти и другие немаловажные вопросы перед собой ставил Мурат Бружев. Мурат, как давно вы занимаетесь животноводством? Я занимаюсь 14 лет уже. Вот сам. У меня на дому были, держал на дому. Потом, когда услышал о программе, вот в этом году, о гранте, очень сильно понравилось это предложение. Ну и взял грант, приобрел ферму и по чуть-чуть, мимо грантовских, то, что я приобрел еще на свои личные средства накопленные. И вот расширяемся, хотим еще вон, еще два корпуса ставим, хотим туда тоже заполнить, как бы хотим себя заявить как племсовхоз в будущем. Еще одна интересная особенность этой фермы. Все животные имеют свои имена. По словам руководителя, это очень сильно облегчает работу с поголовьем и при кормлении, и при дойке, и так далее. Они уже приехали с именами своими. Уже? Да, они уже приехали. А вот то, что у меня молодняк сейчас идет, вот тогда вот я их называю. Вот сегодня в 10 часов у меня родилась одна, и, естественно, я назвал ее Прессой в честь вас. Так как это хозяйство имеет молочное направление, то, естественно, требуется и дополнительное оборудование. Это молочная комната, где моются аппараты все доильные. Это танкер, в котором мы копим молоко. Потом сдаем его. Сколько это помещается? 5 тонн. 5 тонн молока помещается в нем. Он охлаждает его, получается, и напрямую потом мы выкачиваем в машину и отвозят на завод. Дальнейшие планы какие у вас еще? Дальнейшие только расширяться. Идти вперед. Ангары, да, новые построить? Ставим по 70 метров, 18 шириной. Вот молодое поколение будем заселять туда. Пожелаем хозяйству Мурата Бружева успешного развития. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашхакского района. Если ты живешь в селе, то рано или поздно придешь к выводу, что главная кормилица все же, как ни крути, земля-матушка. Пусть она не балует, но и голодным человека трудолюбивого не оставит. Ранним утром, когда в окна едва пробивается свет, когда скупой осенний лучик солнца скользит по лицам домочадцев, Муслиман Салиев уже спешит на ферму. И так изо дня в день, год за годом начинается его трудовой день, а заканчивается далеко за полночь. Оно и понятно, ведь хозяйство-то большое. Муслиман Салиев долгое время занимался овцеводством и по сей день продолжает это дело. Ранее в своих сюжетах мы рассказывали об этом человеке, о его деятельности. Тогда еще в интервью он поделился с нашей съемочной группой о своих планах.
Фермер хотел расширить свое хозяйство и увеличить поголовье крупного рогатого скота. И вот сегодня, приехав на ферму, мы воочию убедились, насколько человек предан своему делу. Первое время занимались бычками, но бычков мало в сарае помещалось. Потом мы сделали летний баз, открытый, чтобы они свободные, выгульные. Весь мир как кормит сейчас. И которые поменьше привязали. Порода симментал и казахская белоголовая. Из Волгоградской области привезли. Задача специалиста, который работает в сельском хозяйстве, а именно животновода, вырастить поголовье, отвечающее всем требованиям и стандартам породы. Следует отметить, что фермер в этом году получил грант в размере 3 миллиона рублей, который в дальнейшем планирует освоить. Пожелаем Муслиму Анцалиеву успехов и удачи в этой нелегкой работе.